Привет, ребята! Мы сегодня вам покажем прицепы, которые у нас остались в Москве в яхтах на колесах на проспекте Мира 150, вот, возле гостиницы «Космос». Прицеп, который у нас стоит на площадке и в свободной продаже до сих пор. Адрия Адора 673 ПК. Большой, эксклюзивный во многих своих деталях, потому что здесь, во-первых, две оси, и здесь еще две двери. Прошлую Адору этой модели купили, ну, буквально, там, не знаю, за две недели. Вот только он появился, тут же пришел покупатель и его забрал. Вот видите, показываю вам, что он двухосный, и здесь также есть еще и вторая дверь сзади. Ну, мы сейчас в одну зайдем, в переднюю, а через другую выйдем. Ну, прошу обратить внимание, что дверь богатая, тоже сделана, видите, с ведерком, как вот в «Матриксе» они такие появились. Вот. Вообще Адора — это как бы такая реализация «Матрикса», реализация дизайна «Матрикса» вот в прицепе. Все такое модное, навороченное, и даже стекло, кстати, у двери двойное, потому что прицеп-то зимний. Вот. Пойдемте внутрь. Итак, смотрите, друзья, что здесь важно понять. Мы здесь имеем с вами отдельную комнату, смотрите. Родительская комната имеет кровать, которая трансформируется и, собственно, предлагает вам здесь разместить багаж. Также, если мы посмотрим, там радиаторные решетки, ну как просто решетки, не радиаторные. Вот радиаторы там чуть дальше находятся. Здесь мы складываем вещи, и для удобства, да, чтобы каждый раз не поднимать вот эту штуковину, есть вот ящик такой большой. Классно? Классно. Вот. То есть отдыхаем здесь. Если ложимся спать, закрываемся вот на такую стильную шторку. Вот она даже как-то цвет защищает. И отдыхаем. Здесь тоже вот модные ящики такие для личных вещей. Там радиатор я вижу от жидкостного отопления Альде. Ну, в общем, красиво сделано, на мой взгляд. Такая вот отдельная спальня, ну, для родителей, так скажем, для хозяев. Вот. Гостиная представляет собой вот такой P-образный диван. Столик, ну, небольшой, но мне кажется, как раз по размеру он сюда и как раз и вписывается. Тоже может опускаться. Здесь делается большое спальное место на двоих. В ящиках складываем вещи. Есть уже установлен телевизор на специальном вот таком модном кронштейне. К нему там подведено и питание, и антенна. Так же, как и в Альтее, есть усилитель сигнала Bluetooth. Можно подключить телефон через разъем AUX, либо через Bluetooth. Слушать музыку, подключать телевизор, повторюсь. Вот моднейшие такие фасады внутрь вогнутые. Это такая фишка у Адрии есть, да. И каждый раз удивляюсь, когда открываю этот шкаф, оказывается, здесь-то есть еще и микроволновка, горение фирменное, по-моему, из Словении. Прям вот сюда приехала к нам в этом прицепе. Слушайте, шикарная кухня, на мой взгляд. Для хозяйки, которая любит готовить, мне кажется, это просто подарок будет. Смотрите, можно разложить и всю свою любимую посуду. Все здесь найдет свое место. Я пытаюсь открыть. Да, открыл. Вот здесь та самая крышка, которая ставится вот сюда, да, пока, и как добавляет вам рабочей поверхности. Пока вы ничего не моете, поставили белую крышку. Она выполняет одновременно задачу и разделочной доски. Но я как бы категорически против. Лучше купить отдельную, если что, выбросить. Это будет просто жалко. И тут огромное количество всяких кармашков, которые мы тоже можем здесь располагать. Здесь для них есть специальная реечка. И, ну, тут не надо, потому что это не откроется, иначе плита. Вот. А также полочки. По-моему, все это также сделано в содружестве с IKEA. Поставил сюда и стоит. В общем, ящиков много, по кухне у меня вообще никаких вопросов нету, ну разве что если бы духовка здесь оказалась бы каким-то образом, но нету, не заказали. Холодильник абсорбационный, тоже с морозилкой, работает от 12, от 220 вольт и от газа. Большой, довольно-таки и удобный. А, газовую плиту я вам не показал, смотрите, разнокалиберные конфорки, все здесь легко моется, хозяйки вот оценили возможность, как бы удобно здесь все убирать. Просто отодвигаем эту штуковину отсюда,
Вот, смываем водой все это и не мучаемся, как в некоторых случаях, когда приходится из такого углубления вытаскивать остатки каши, еще там чего-нибудь. Просто здесь промыли все и не заморачиваемся. Так, холодильник мы с вами показали, здесь мы с вами увидели. Итак, мы с вами, получается, увидели две комнаты. Первая – это основная спальня хозяйская, так скажем, гостиная, совмещенная с кухней, да, это второе помещение. И сейчас мы с вами сможем посмотреть, как здесь реализована туалетная комната. Совмещенный туалет с умывальником. Там у нас, значит, шкафчик есть для личных вещей. Ну, как для умывальных вещей. Давайте покажу. Сейчас все это открою. Вот таким образом, значит, плавно, с таким сдоводчиком опускается чаша умывальника. Пожалуйста, помылись, умылись. Закончили с этим делом. Закрыли и воспользовались туалетом. Все. Все работает, все вам доступно. В шкафу всякие умывальные принадлежности сложили, пользуемся. Вот. Закрываем. Ну, соответственно, зеркальные фасады тоже удобно. Ну, разве что, может быть, почаще придется их это мыть, потому что, ну, так как ни крути, отпечатки пальцев останутся. А, отдельная душевая. Вот многие говорят, что да, вот отдельная душевая нужна обязательно. Вот вы спросите, а почему опять прозрачные эти шторки? Ну, потому что вы отделяетесь с двух сторон, вот, и моетесь. Вот. Никто тут пока не ходит, пока вы здесь находитесь. Пока вода шумит, кто-то плещется. Так вот, ну, закрылись, моемся. Ну, то есть от гостиной отделяемся вот этой дверью. Смотрите, вот настоящая дверь купе. Все. То есть помылся, умылся, пошел дальше. То есть, по сути, вот это душ и туалет, они занимают небольшое такое место, как бы тамбур, да? Когда оно нужно, вы закрыли и убираетесь, тут, как говорится, занимаетесь собой. Вот. Итак, значит, детская комната или гостевая, назвать можно по-разному. Здесь есть кровать, она трансформируется. Сейчас она в положении для сна находится. Ее можно опустить вниз, будет просто такая мягкая спинка. Здесь тоже получается либо диван со спинкой, либо трансформируемая кровать. Вот такая. Все, разложили, спим, отдыхаем, набираемся сил. Вот. Лечь здесь могут, как вы поняли, либо один человек, либо два. Вот, например, довольно-таки интересная зона. Второй телевизор сюда устанавливается. Мне кажется, детям здесь будет прикольно проводить время. Им здесь понравится. У них будет своя дверь для выхода на улицу. И они то и дело не будут сновать мимо гостиной там вечером. Ну, мало ли чем они там будут заниматься на отдыхе. Вот. Родители по-своему занимаются, дети по-своему. В общем, никто никому не мешает. Вот. На мой взгляд, очень интересное решение со второй дверью. Достойно внимания. Мы с вами через нее, наверное, и выйдем. В общем, друзья, смотрите. Все цены у нас на эти автодома есть, на эти прицепы дачи есть на сайте. Заходите, яхты на колесах вас ждут, приезжайте. Если что-то вдруг там не успел я вам показать за эти короткие обзоры, пожалуйста, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам ответим. А так, Москва, проспект Мира, 150, возле гостиницы «Космос», приезжайте.